Lord of the Rings Online. Shadows of Angmar. Дневник разработки The Doom of the Last King. Судьба последнего короля. Привет, я Джеффри Стифл, исполнительный продюсер игры Lord of the Rings Online. И сейчас я расскажу вам о нашем пятом большом дополнении Book 13 The Doom of the Last King. В первую очередь хочу объявить, что в игру добавится новый регион — бескрайние заснеженные земли Форошелла. Конечно же, он принесет с собой уйму нового контента — 100 новых квестов, ледники, просторы неизведанной тундры, а также вы впервые сможете выйти на берег океана, омывающего север Средиземья. Вы сможете зарабатывать репутацию среди аборигенов Форошелла и получить новые виды одежды и брони, удовлетворяющие суровым условиям Севера. Дыхание в этом регионе будет превращаться в пар, и холод будет воздействовать на здоровье героев. Чтобы избежать обморожения, вам придется периодически отогреваться возле костра или в юрте, или употребляя в пищу специальные антифризы. Для тех, кому нравится играть за монстров, мы добавили новый монстр-класс, впервые с момента выхода нашей игры в продажу. Он называется Defier, эдакий шаман-лекарь, который составит хорошую компанию в атаке ваших чудовищ. Для тех, кто хочет более спокойного времяпрепровождения, мы добавили в систему хобби, первым из которых будет рыбалка. Рыбачить вы сможете по всему Средиземью, на продажу, для готовки еды, а наиболее выдающиеся трофеи можно будет повесить на стену внутри вашего дома. В этом году мы собираемся работать над анимацией, применяя новые технологии, чтобы сделать движения персонажей более гладкими и отшлифованными. Мы улучшили систему поиска партнера LFF, так что теперь, выбирая тот или иной квест, вы сможете увидеть, кто еще из игроков хочет на него отправиться. В лагерях появились так называемые призывные горны, с помощью которых вы сможете быстро собрать свое войско. Мы считаем, что с этими нововведениями игрокам будет проще находить себе друзей по квестам, и в ближайшее время собираемся усовершенствовать эту систему еще больше. Как видите, Doom of the Last King будет значительным дополнением для Lotro. Заходите на форумы lotro.com за информацией по апдейтам. Увидимся на просторах Средиземья.